Тем временем якутские кикбоксеры вернулись с первенства Европы с триумфом. Турнир проходил с 3 по 9 сентября в Македонии. Якутяне завоевали 2 золотые, по 1 серебряной и бронзовой награды. Медали с золотым отливом получили Павел Банников в весовой категории до 54 килограммов и Армен Фероян до 91 килограмма. Серебряной медалью в разделе «Фулл контакт» отличился Тимофей Сивцев. Среди юношей Джулустан Барашков стал третьим. Всего в соревновании приняло участие более 1500 участников из 37 стран мира. В финале у меня принципиальный бой был с дагестанцем. В этом году почему-то дали ему победу на первенстве России на один удар. А все три раунда я выигрывал. А принципиальный бой я взял у него реванш на первенстве Европы. Я его 3-0 выиграл. В этом году упорно тренировался. Ну, ощущения какие, еще отходим от этого, как бы радость. Тренировки, там тренер радуется, мы все радуемся.